Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Вот, деточки. Поехали в лагерь. В лагерь на отдых. О, школьный автобус. Поехали, КамАЗ, поехали на экскурсию. Это мой. А нафига тебе такой? Ну, блин, не знаю, нравится. Так, куда едем? На пляж. Ва. Куда едем, Мариванов? Едем в ад. Так, я предлагаю... На пляж, давай не на пляж. Купаться на пляж. На пляж, давай. Да. У меня звук музыку, пропал. Музыку какую-нибудь. Ребят, сейчас музыка будет. А это боезапас, что ли? Это или это транспортный? Это я. Да, дорогие детишки. Газончики куплю. Дорогие детишки, не разбегайтесь далеко. Можно я помочусь куда-нибудь в другое место? Иванов, куда поплыл? А ну вернись обратно, не заплывай далеко, утонешь. Иванов, вернись, говорю. Мариванов, я свой пиписька подмерз, у меня маленький такой стал. Мариванов, он уплывает, Мариванов, он уплывает. Иванов, а ну вернись, засранец. Вот, я не вижу, что нету. Чё вода теплее в этом месте стала, я не понимаю. Койку ему. Потому что я же стал Джаш, это Джаш. Мариванов, Влад что-то поплыл, коричневый что-то поплыло. Это хомячок. Это выдра, Иванов, давай на берег, быстро, ты наказан. Мой друг, брат, трогай моего друга. Построили. Рыбку память сожрали. Подпеваем. Дети рабочих. Что поете? Где наш фотограф? Фотограф, фотографируй нас. Скорее. Надеюсь, мы отлично проведем время. Настало время обсудить кое-что действительно важное. Что ж, тема дня – мой президентский пост. Я знаю, не раз поднимался вопрос, как я был избран на эту самую почетную должность. Или был ли я вообще избран? И я должен ответить, разумеется. Петров, а ну выйди из строя. Так, Петров. Ребята, предлагаю поехать в зоопарк. Ребята, поехали в зоопарк. Это КГБ, что ли? Нужно покушать детям. Слушай, умник, хватит в этот зоопарк меня водить. Я и так оттуда не дам. Мариванна, ко мне родители. Почему вы меня опять ведете? Сейчас приду. Дети. Едем все в столовую. Ура. В столовую. В полицейском участке есть отличная столовая. Едем туда. Так, ребята, кто хотел в столовую? Бегите быстрее. Только быстро. Да, очень Мариман, быстро. Я хочу. Так, Петров, Иванов и Василькин побежали быстро покушали. Быстренько. Двери ждут, нас ждут двери. Нас ждут двери, ребята, давайте быстрее. Какие звери, чурка тут? Едем. Сейчас чурку забили туда. Нет, подождите. Да подождите, я посру, блядь, нельзя мне посрать, что ли, 5 секунд. Да, ждем еще остальные. Я жопу вытеру, поедем. Слышишь? Вот опять Чуркин все обламывает. Он уже садится. Поехали. Куда едем? В зоопарк едем. Ничего, Иванов, где родника сидишь? Мариванна, а Петров у меня точно побрал. Ничего, Иванов, голодный посидишь. Нужно было крепко держать свою сосиску. Я хочу жить, блядь.
Обезьяна заговорила! Обезьяна говорящая! Я своего поведеть начал на лебедь, блядь! Опять закрытили, блядь, везут куда-то нахрен опять! Чего не хочу я вас? Гасите его, запечатали! Убивайте его! Чуркин, успокойся! Чуркин, успокойся! Ребята, хорошо! Ребята, кто хочет петь? Может, опять тебе сгоняем? Чуркина на ветку! Блять, я тебе дам тебе на ветку, блять, чтоб у тебя проткнуло этой веткой, блять. Ваш ванна, он ругается. Он матерится. Я ему сейчас блять, двойку поставлю. Марья Ивановна, Чуркина, я тебе хочу, блять, чопу запихаю нахрен. Марья Ивановна, Чуркин опять на меня ругается. Не ругались, а шалей. Все, молчу. Буду больше так делать. Марья Ивановна. Дети, я предлагаю обезьянку сдать в зоопарк. Посадить ее в клетку и наблюдать за ней. Марья Ивановна, а может Чуркина продать его в клетку? Я тебе и так свой... Мне на я тебе и так свой перец показать могу. Зачем Ставить. Тебе меня за клеткой наблюдать? Вот, стой, так, так ребята. Стой. Ребята, кто хочет персиков, пожалуйста, выходите и кушайте. Здесь их очень много. А почему бы вообще посадить? Давай. Чуркин, вперед! Персик. Кому нужны персики? Чурку можешь. Выходи, Чурка. Да пошли вы в шубу, я побежал отсюда нахрен, блядь. Нахрен вы меня сажать. Ловите Чурку, ловите. Ловите Чурку. Какие-то, блядь, почему вы меня трогаете? Отвалите от меня. Марья Ивановна, а Чурки на улице с спичками? Попадет что-то. Ну где я спрятался? Ловите. Ловите Чурку. Ловите Чурку. Марья Ивановна, а Чуркин тут что-то ждет. Чуркин. Чуркин, ты где? Чуркин, я пошутил, ты где? Чуркин. Чуркин, Марья Ивановна, ты пошутил. Где Чуркин? Да все, а... Стой, Чуркин вон на дороге. Чуркин, садись. Добить его. Чурка, садись, нет, садись. Блядь, избавьте меня от этой жизни, ёбаный, блядь. Чуркин, садись,